Пизду. Типа, еще типа ты должен знать тактики Ульдуар. Нахуй надо? Туда идти. Хочешь Уже бабки, еще несколько раз хочешь бабки убивать. получить, ты, ну, получишь бабки. Ну так, блядь, на Ютубе, по-моему, блядь, есть нахуй все тактики Ульдара, Не нахуй. знаю. Единственная Люди, нормальная действие была. подожди, стой. Люди за ФК бьются, нахуй. Люди за ФК бьются, нахуй, ну, они идут туда. Это не люди. Но в плане, почему не люди? Ну, бред, типа, ради того, чтобы, типа, пойти А чё, а чё, а сражаться с чё, а чё мне, как полуконтрольными. Изич, нахуй? И, у Изича тоже была гильда Гамбит, нахуй. Она слилась, нахуй, как ФК проебала, нахуй. Чё дальше сделать? А можно пока линуть Ну, не знаю, тут была бы, типа, гильдия, как ГТД, как на X3, World PvP и PvE тоже нормально у них было все. Типа, просто с ними разговариваешь и вступаешь в гильдию, и все. И там, типа, какой-то движ был. Вот эта гильдия нормально была. Шумский поспоми тоже в этом ФГ. Я, короче, слетаю, пока чарку сделаю. Не, просто понимаешь, я в том плане, Может, блядь, ну, баста за что? Вот, ребята, вы садитесь, выходите в 25-ку, да? Вчера я пошел в 25-ку, нахуй, ну, с 8 часов вечера РТ, да? С 8 часов вечера РТ, ебется до 11. Мы убили, нахуй, 6 боссов, 6 боссов, 6 боссов. Это не считая то, что, блядь, половина, нахуй, один пошел покакать, второй пошел пописить, третий пошел порыгать, нахуй, третий пошел бабу ебать. Ну, Слушай, Доза, ты так не... свободные уши. Пожалуйста, Подожди. задайте вопросы с Релом. С Релом, с ГМом. Мы сидим и ждем, чтобы пройти Накс, а не выслушивать твои недовольства. Не, проходите нас, базара ноль. В чем проблема? По-быстрому. Чем мне в луну поляну? Ну, есть, типа, штрафы, типа, кто не предупредил и так Да, короче, все проще. Смотрите, типа, есть люди, которые гонятся за ФК и за ачивками. Ну, типа, это вот у людей просто фетиш такой. Это как эксбиционисты ходят, блядь, в пальто, голые и раздеваются перед людьми, показывают свои причиндалы. Есть люди, которые просто получают удовольствие от игры. Если бы на этих хрониках давали какие-то бонусы, там, редкого маунта или там миллион голды или еще что-то, тогда есть смысл стремиться за ФК. Остальные люди просто приходят отдыхать, и все, это все на любителя, сугубо. Шовский, тебе знаешь, что скажу? Блядь, сейчас за ФК ульды нахуй, дается охуенный бонус. Деньги Плюс дают, бабки, плюс деньги, деньги дают. Так стремись, качните профы, сука, качните профы и тому подобное. Что вам мешает, нахуй? Я вчера за один вечер качнул жу 450. Что Ебать, как ты сделал так нахрен, кинжу, блин. Там же кобальта нихуя нету. Смотри, я игру не расцениваю как заработок. Я прихожу сюда сугубо отдохнуть, и все. То есть, и я ищу таких же единомышленников. Я не ищу там, типа, с кровью сидеть по 6 часов в рейде и травить одного босса. Ну, это не для меня. Типа, ну сколько, ну хорошо, сколько за ульду дают? Давай, ну, вот мне просто интересно. Лям рублей дадут и поделить их на 25 людей? Или сколько дадут? Или там 30 Хорошо, тысяч? стой, сотку дадут. Сотку, Сотку нахуй, да, сотку дадут нахуй, допустим, на 25 людей. На 25 Ты людей. уверен, ты уверен, что тебя не кинут на эти бабки? Ну вот, реально. Подожди, стой. А если мы закроем, да, ну, допустим, кто? Гейм Гильдии получит Войт, либо, блядь, Влад. Ну, ты думаешь, он кинет нахуй или что? Хорошо, теперь эту сотку. У тебя уверенность есть? Подожди, теперь эту сотку, да при чем тут это? Теперь эту сотку разбей на 25 человек. Что это за деньги? Это что, это не деньги. Может, для кого-то это и деньги? Ну, да. Не все абсолютно Что, тебе там уже богатые. 5-10 тысяч, ты тебе что, хуёво, что ли, просто так? Здесь. Шумский, дело не в том, что там, А, блядь... в чем, подожди, в чем просто так? Что у нас? У нас, подожди, секунду, что у нас закрыто? У нас все кварталы закрыты, кроме военного, да? Да. Да, нам нужен приз. Мне нужно писать. Можем завтра закрыть. Ну, Вы серьезно, меня ждали или его траили? Ждали. Падали. Вы, пацаны. И начинали. Сейчас, мне какой-то приз написал, я не знаю, устроит его и все или нет. Без разницы, пускай просто в МК возьмет, блядь, и все. Егор. Да. Знаешь, когда начнется движуха?
Да вроде начинается. Я за то, что понимаю, чтобы относились все люди, да, к игре нормально. Если ты вступил в гильдию и играть, собрался, да, ну, что-то покорять, блядь, какой-то контент, нахуй, какой-то, блядь, ну, какую-то движуху наводить, да, будь добр, нахуй, пожалуйста, качни хотя бы профа, хуёв и тому подобное. Ну, понимаешь, а те, которые сидят, нахуй, блядь, долбоёбы, нахуй, ну, в городе, блядь, да, без проф, хуёв, нахуй. Угомонись матом, а ты заебал. Я, блядь, сиди спокойно, нахуй, блядь, чё там барагозишься? Я всё прекрасно понимаю, просто тебе для этого всего нужно найти единомышленников, и всё. Я все это прекрасно понимаю. Просто тебе нужны единомышленники, которые будут разделять твой интерес. И все. И большинство людей, ну, допустим, не может уделять столько игре времени. Или они не хотят, или они хотят расслабиться, они не хотят топить. И все. Все равно спешить некуда, все равно фул контент всегда закроется, успеется. Я тебя услышал, то, что, ну, я тебя услышал. И все. Просто для этого ищется единомышленники. Нет, и все. Стой, это, понимаешь, не единомышленники. Я знаю, Влад знает, что я бухаю и тому подобное. Ну, в том плане, я тебе просто говорю за то, что, блядь, ну, даже если я бухаю, да, я закрываю этот ебучий контент, я могу проверить, нахуй, ебучую хуйню. Ну, по факту, да, понимаешь, люди к этому не готовы. Они даже вот око 25 вонючие, мы не можем закрыть. Знаешь почему? Потому что, сука, люди не могут посмотреть тактику ебаную. Ну, хорошо. Хорошо, тогда что мешает тебе найти единомышленников? Ну, если ну, люди не хотят смотреть тактику или еще что-то. Ну, смотри, я скажу за себя. Я захотел, я пошел посмотрел. Кому-то просто нравится, чтобы его ну, паровозили. И все. И ты ничего не можешь делать. Ты можешь только сидеть, возмущаться и оскорблять этих людей. Все. И на этом точка. И это все закончится. Сейчас мы это обсудим, и через 30 минут об этом все забудут. Ну, то есть как бы... Все, только вот это заканчивается все на обсуждение. Ты не можешь. Ну, это прикольно, понимаешь? Это прикольно, да? Некоторые пиздят, типа, у них нахуй нету на профы там нет за что качать и тому подобное. Ебать, качните горку нахуй. Ну, качнул горку так нахуй. Все горку качают, руды нет почти. А, руды нету нахуй. Тебе показать мой инвентарь сейчас за скриншотик нахуй. На 150 тысяч нахуй. А. Чисто, блядь, банк. Чисто банк. Блять, руды нету. Было бы желание собирать руду. Была бы руда. А то, что пролетели один раз, блять, ну, нету руды, блять, ну, конечно, блять. Ну все, ну не хотят этим заниматься люди. Все, ну не хотят. Ну, типа, они не хотят зарабатывать, они, ну, все. Они пришли сюда почилить. Мы идем или все, или. Я ищу ШП, ребят, я ищу ШП. Что-то наше время поджимает уже. Ребят, ждем 15 минут. Если сейчас не находим ШП, тогда завтра. Мне просто осталось, блядь, один квартал. Самый язычный брос. Просто без ШП мы их не пройдем. Во сколько завтра? Завтра в 18. 18? 6. Окей. Как всегда, РТ. 6, я хочу сказать, вот вам не нужны профы, вот на самом деле. Это не первостепенная задача. Вот первостепенная задача, я считаю, нужен ДБМ, аддон. Да, абсолютно солидарен с человеком. Не, первый случай, значит, свой класс, остальное пофиг. Да в классе могут помочь, главное ДБМ, хотеть развиваться и все. Я делю людей в Вове на две, ну вот как в линейке, смотри, так и в Вове. Вчера, вот смотри, вот допустим, да, ну это понятно, да, ДБМ у каждого должен быть нахуй. Да, был бы я РЛом, нахуй, вообще 25-ки, я ебал бы нахуй, реально. Нету у человека, нахуй, ДБМа, просто иди нахуй. Просто нахуй. Сказал бы ему, иди нахуй. Вот и все. Ну, вчера в 25-ку мы пошли, вторую, да, 8 часов. Я спросил, у кого есть Живс, Хламобот и тому подобное. Все молчат. Я пошел за час, сделал, блядь, Живса. В чем вопросы? Кому-то голду одолжить или что? Смотри, я тебе еще раз повторяю, это ты делаешь для себя, ты хочешь развиваться, другие не хотят. Другие хуи пинают, понимаешь, в том плане, то, что другие хуи пинают и ничего не хотят делать. Доза, тихо, все, стоп, сейчас, слушай меня внимательно, кто, у кого есть КД на ОС, нажмите, да, проверку сделаю. А у нас же половина людей повыходила, они на других твинках. Да,
На 25-ке? Да, 25-ку. Ну, сейчас зайду. У меня КД. У меня нет так, КД. Муренок КД. Нет мозга КД. Большинство с КД. У меня нет КД, я просто раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть, семь. Семь человек, как минимум. Да хуя, понятно. Угу. Что нажимать? Что нажимать? У меня тоже нет КД. Что нажимать? Если нет КД, то нет. А на что КД? Нет. На ОС 25-ка. А, не, у меня нету. Еще раз, у кого нет КД, нажимайте нет. У кого есть, нажимайте да. Там одно да засчитает. Я просто прослушал, в уши долблюсь. Ну, то есть только у Ликса КД, я так понимаю. Да в смысле? Я нажал нет. Ну что, может, тогда ОС закрываем по-быстрому? Тёма, ты тут, Скофилд? Тёма? Да, я тут. Что там, есть какие-то продвижения или нет? Продвижения нет. ОС? Ну, ОС плюс 2, если идти, то закрывать плюс 2. А, не, у меня есть. Ну да, да, да. То есть пока мы стоим, ждем, можно сходить, пока закрыть ОС. Сколько у нас минусов? Где-то минус 5, минус 6. И как раз идея. Час пройдет и этого разбанят. Ну вот это что разве? Пойти сейчас закрыть ОС? Ого, разбанят. Там мы ОС быстро закроем. Ну все равно, сейчас эти быстро минут 20-30 пройдет, а там останется перекурить еще минут 5 и появится у нас ШП. Нету, я служу, нету. Не хотят люди идти. Все, летим в ОС все. Мак, портал давай. Подождите, а у меня КД в ОС. У кого? Зулдан. Ничего страшного, посидишь. Ну, типа, мы там даже несколько человек. Купича тоже КД. Есть что. Да, вот. Чтобы не сидеть, не ждать, сейчас мы пока с Шумским ищем, закроем мост. У кого КД, извините. Извините, сидите, ждите. Бля. Это в натуре, как вы извинитесь. А чё, Лемош? Я вот с людей пора. Давайте. Если Попич, Гнидыч, Дюрекс, Скофилд, забанен. Заходите. Да. Скофилд, тебе же на час дали все-таки. Что? Тебе же на час, да, дали вам? Да. Ну уже там меньше, там уже минут 45 где-то осталось. Ну, за где-то доходит. Да просто, блядь, просто дали бан. Просто дали бан за то, что ходил голым, все. Просто на час бан, ну, типа... Ходил голым. Заходил, блядь, слишком часто. За шкурку дергал, Богдан. Бот. Всё. Жалко. Ребята, зайдите все в порт, там Ярик вам в порт поставил. Заходите, летите в драконий погост, у кого есть возможность. А нахуя? Так, когда? У нас хил отвалился. Ладно, ничего страшного. Саша тут? Так с ЛФГ много кто тут согласится пойти. Да сейчас соберем. Сейчас соберем, закроем ОС, а там посмотрим. Ой, Саша. А может, Рубинова светили? Слава, который эфир еще держит. Дюрекс, ты заходишь? Да, сейчас. Но вы же там еще не добрали. Я просто так интересуюсь. У нас, у меня, у Ханкуля час 30 остался на Войд, все про все. Войд, ты тут? Иди наверх. Час 30 на что, чтобы мы закрыли или что? Да, у него плюс 4 просто. У него плюс 4 и человек... Блядь, Войд, ты тут? О, короче, это, скажи мне, а вот этот Троквит Рога, он с тобой тоже вчера был, что ли? Нет, это новый какой-то.
Я понял. Пока те, кто без КД, я кидаю в 7-8 пати. А вот этот маг. Постмодерн. Постмодерн, по-моему, тоже новый. Ну да, просто я вчера не помню такого. Дальше. Гист-прист, он вчера был? Нет, нет, не был. Не был. Ты у нас только ДЦ? ШП есть. ШП есть. Ну, ШП менее где-то, чем ДЦ. Да это похеру, просто в 2 ДЦ идти такое себе тоже. Ну, я могу вообще холи спех сделать вообще, как бы, на будущее даже. Вообще идеально, прямо сейчас хочешь, иди делай. Умеешь в холи играть? Только в хорошем шмоте. В таком гире не играл в холи. Давай как раз попробуешь. А, Дракан, как у тебя дела вообще в Элеме? Конкретно только циферки, пожалуйста. 3К, 3К, 3К. Спекайся. Да нет, пока в 5 хилов не надо, будешь просто, если что, вов спек прыгать в рестера. А, теперь Void, по тем людям, которые не были вчера, вон, допустим, там Капустка, я, мы нужны? Честно, я бы не отказался. Но так как нужно одеваться, смотрите, если вы пойдете с пугами, то идите с пугами. Ну, в воскресенье вы хотели. Да, на самом деле, похеру. Этот, и чё у нас вопрос тогда такой, по ЕП чё? Фулл ЕП. Ну, как Кадырову в тот раз дал, если да, КД принимаете, да, то фулл ЕП. Фьюдж, иди срать, иди какать, хорошо. Все, все тебя услышали, все, вы теперь заебись всем стало. Прям мне аж вот на душе отлегло, что ты туда идешь. Молодец. Сходи. Погоди, куда идет? Я просто только зашел, не в курсе. Он, он покакать идет. Тебя тоже ставлю в известность, Никит. Фьюдж ушел покакать. Да хватит! На белого коня просто получил. Да, да, да. Какать пойдет, а? Да, да, он уже уходит. Получается, на керамического коня полезет, нахуй. Да, да, блядь, да. Блядь, пошло звучит. На керамического коня, блядь. Это, слышишь, Влад, ты знаешь, где разбанивать в Дискорде? Фу. Игрок там в бане оказался. Просто дверь пусть откроет и выйдет с бани. Чего он там в парилке сидит, блядь? Ну, а ты его забанил, что ли? А я не помню, блядь. Ник там какой-то странный. Он говорит, он в бане. Ну это в настройках. В настройки зайди. Вот, настройки, сервера. Да, там да. Есть черный список. Именно сервера. Ага. Так. Там есть черный список. Участники, роли, вот это параша. Так, шаблон сервера, блядь. Наверное, где участники? Да, скорее всего, там должен быть. Черный список, смотри. А, там баны это называется, херня. Да. Ну, окей, мы тогда, в принципе, идем. Я хуй знает, сегодня, наверное, без меня пойдете. Почему? А мне что-то с интернетом хуйня какая-то. А ты это, в спальню вернись, а не на кухне сиди. Не, так я нормально положен. Верну в спальню. Ты давай там чини, блядь. Что там осталось? 4 слота. Кого не хватает? Где Юю? Влад, сколько слотов не хватает? 5, но у нас, в принципе, 2 человека есть. Вон один 199-й рога. И ну, маг берите, 200-й. Берите хоть их, нахуй. Но что делать? Да не, вагонов я не хочу брать. Как бы я лучше богов забираю. Да, давай тогда богов. Потому что, ну, опять... Не, сейчас где, сейчас ну, посмотрим. Опять-таки, если ребята хотя бы с чарками... Да, а, вон, живет? Кстати, пожи, креветочка, он альта качает. Он же что же идет?
под него на свод оставить. Сейчас я еще Юю напишу. Валта, и нах. Держи. Тут? Это тебе даю? Да, вроде что-то мне даешь. Подожди секунду. Нихуя себе. Красавчик, спасибо. Сейчас паладин будет, Ретрик. Он вчера был с нами, с пугов. А, Олимпус, который? Да, Олимпус. Хорошо. А, стой. Чё? Ты кузичку качаешь, да? Да. Вот съебался. Да, я на том же месте стою. Угу. Спасибо. Косарь 500, блядь. На аукционе, блядь. Вообще пиздец, нахуй. Нихуя себе, блядь. Я сейчас его скупаю, там боты, нахуй, ебучие. Так. Так, так, так. Фичи не будет сегодня, потому что он в басте. Понял, хорошо. Да, что там? Ну, хорошо. А чё, ты Ризвану за три босса только начислил, что ли? Это в первом рейде он был, не в этом. Он здесь рогой с нами. Да, все окей. Ты потом это, мне и капустки-то начислил. Сам экстрасил, у тебя трансмутация или нет? Не, меня я еще не брал нихуя. Бля, мне трансмутация надо. Мне надо, короче, саранит переебать нахуй в титан. Где ты копаешь саранит, признавайся? Я уже отменил, я же уже отменил, я шинжу 450 качнул нахуй, уже все. И джипса сделал нахуй. Сегодня будем починка, все, никому не надо будет лететь. Ну, плюс-минус, да. Сейчас хламоботы еще сделаю пару штук, блядь. Чтоб нахуй люди не ебали мозги, блядь, своим городом, нахуй. Ну ты пока не делай, тебя ж не засчитает ничего. Я подлечу ли он тогда? Нет. Ну ты запулишь, а я влечу. Бля, Юрий что-то мне нихера не отвечает. Доза, как у тебя на этом сегодня? Нормально все? Не, в плане все заебись, а от Фичи пришел, Фичи там спит пьяный нахуй. Я чуть податый. Ну, могу разъебаться на кого-нибудь, нахуй. В какое русло мне камни, шмотки собирать? Чисто я в интернет-баню просил, он накидал мне. Сдал всех, блядь, кто пил, кто не пил сегодня. Блядь, я завтра, нахуй, с завтрашнего дня, кстати, ищу в пачку, короче. Челика ДДшника, блядь, чтобы идти фармить, короче, перчатки и знаки Саргараса. Если в сетиках убивается ключ, то темный лабиринт наш. Потому что шея на 8 числа выйдет. Там можно и отключкой нахуй открыть, и все. Отключкой, ну, я открыл, блядь. Ну, факту, блядь, но надо все равно идти фармить, короче. Привлечение. Плюс еще на острове, нахуй, корону пролетает. Поебаться придется, нахуй. Там же, думаешь, ну, не, если они, а вот смотри, Влад, если они слои не сделают, это будет пизда, это будет замес, нахуй. Это... А там и без слоев будет замес. Да, это и без слоев будет замес. Просто, ну, будут люди ебашиться и тому подобное. Ну, первая шея будет, это будет у меня, это стабильно, нахуй.
Потому что, блядь, я 8 числа, нахуй, даже ночью, блядь, в час, в два, нахуй, поскольку они там включат, блядь, я просто уже полечу на этот остров первый далеко взял, даже. Разъебу, да. Влад, наверное, ты ищи вместо меня тоже кого-нибудь. А у тебя что, лагает, что ли? Ну, у меня 1000. Счастливого пути. Хуй его знает, у меня нормальный пин. 88. Не лагает, нихуя. Ты давай там, это, пойди по модему постучи. Да не поможешь нихуя. Кстати, а что у тебя за модем? Ты из Беларуси, да? Что у тебя за провайдер? Зала, там, Космос ТВ или что там? Зала, что там еще можно? Да, блять, у меня тоже зала, нахуй. А, хорошо, блять, от, ну, получается. И че, вот ты вообще, ну, тест-спид сделал, нахуй, типа, блять, в том плане на сайте, типа, сколько у тебя скорость, сколько пакетов потеряно, сколько, блять, ну... Какой, нахуй, тест-спид? Это просто, блять, батенька там подруэтовал. Ну, вот у меня, он, у меня же нормально. Сидел, у меня нормально, у Фичи сидел, блять, ну, играл, все нормально. Хуй его знает. Выходной день, хуй ты хочешь. Попробуй, знаешь, что сделать? Может, у тебя, бля, есть такая система, короче, у нас же, получается, сейчас зала, там же кабель, оптоволокно, типа, ну, он же вообще, блядь, как, ну, как бритая ляжка женщины, блядь. Он же, блядь, нежный пиздец кабель. Ну, его где-то перебить, нахуй, и получается, блядь, что? Получается, блядь, у тебя интернет хуёво потом проводит. Все, ливай спать. Ну, посмотри, может, где-то кабель перебит, нахуй, может, где-то переломлен, хуй его знает. Кстати, ну, как нет, вариант. Так это не работает, так это не работает. Просто, блядь, хуёвый интернет и все, нахуй. Блядь, у нас интернет один и тот же. Почему, блядь, что значит, ну, хуёвый интернет? У меня же интернет тоже не, ну... Получается хуёво, но значит, не лагает. Подальше, значит, ты подальше от меня, блядь, находишься от Минска, ёпта. Я тебе говорю, блядь, выходной день, подглушивают, ёптая мать. Всякие эти митинги, хуитинги. Сейчас митингов нету у нас. Да, конечно. Это у вас там где-то откуда? С Минска. Ты с Минска разве? Конечно. Может где-то, может где-то кабель подломлен, нахуй, ну, где-то глушит, нахуй, и вот все, нахуй. Бью? У меня была такая хуйня. Я, когда где-то, может, года 3 назад, у меня, короче, друг, дурачок, мы пили у меня на квартире, короче, да, он закрывал двери, короче, и перебил, нахуй, кабель. У него лицо потом болело, пиздец, наверное, месяц, нахуй. Вот. Что по итогу? Он пошел нахуй, короче, блядь, за свои деньги купил кабель, я поменял кабель, нахуй, все нормально, фурич начал. А так он перебил, он просто перебил где-то, ну, там хватает оптоволокно, ебаный урод. Да, я думаю, ну, Влад даже спросил, Влад, вот смотри, оптоволокно, блядь, там хватает только чуть-чуть пережать его, пиздец. Все, начнет троить, нахуй. Ну, того зелек. А? Оптоволокно, там же стекло идет, то есть там вообще его сгибать нельзя. Ну, этот маленький, ну, кабелек, короче, который типа интернет проводит. Он же типа желтого цвета. Да, современный, он же его вообще там пиздец. Не сгибать, нихуя, ничего. Его где-то нарушить, нахуй, все, пиздец, там, потери пакетов и тому подобное. Нет, фищи не будет. Благодар, сегодня скачуха, можешь подамажить, нахуй. Засчитался, Кост? Ну что, вы там собрались, не собрались? Ну, еще три слота есть, и Юю что-то не алло.
Сейчас попытаюсь ему дис набрать. Может, он в туалет пошел туда с пазом. Да, кстати, ребята, кто в рейде, починитесь, блядь, пока что время есть, блядь, слетайте, починитесь, вас обратно засумонят, чтобы потом не было такой хуйни, чтобы после первого босса, блядь, вы полетели чиниться, блядь, что вы сломаны, нахуй, типа. Купите реги, блядь, и тому подобное, вас засумонят. Так, ну Юю, короче, трубку не берет. Баллов нету, да, нормальных, стабильных? Да нету вообще их, блядь. Сука. Честер бухает. Раз в неделю играет, наверное. Где? А я пока докачаю это. Не знаю, сколько пройдет. Как вариант, можно взять этого мага. А смотрите, пожалуйста, кто-нибудь этого рогу, блядь. Трокает, который. Трокет, ты в дисе? Рог. Да, я в дискорде. Что у тебя по чаркам, по сокетам, по чем вообще? Сколько ты ДПС даешь? В каком ты спеке играешь? Не, вот давай вот, вот на этот вопрос сразу ответь. В каком ты спеке играешь? Комбат. Понятно. Больше можешь ничего не отвечать. Переодевайся в мутик. На данном этапе контента ты в комбате не будешь дамажить от слова совсем. А кинжал это есть у тебя, чтобы мутик играть? Ну, один есть. Там два, по-моему, надо для расправы, да? Да, там два. Не, у меня есть второй. Он просто один. Не понял. Маг 200-й. Постмодерн, а ты в дисе? Он писал, что он пошел там пошмалить. Папироску посмолить. Ну а смотрите его в Долоране, кто там рядом с ним. А смотрите постмодерна, если там хотя бы божеские какие-то чарки есть, то хуй с ним можно взять. Блин, ну Юю был сегодня в сети, я точно помню. Решал, у тебя там как дела? Нормально, чё, блин? Ну, а у интернета твоего как дела? Интернет плохо. А чё там можно придумать, чтобы интернету было хорошо? Хуй знает.
Кто? Не знаю. Очень давно. Прям очень давно. Мне ДК 73, я даже из Локи не выходил. Капец, там легкие квесты и опыт. Да, там изи качается. Особенно если заходишь под рбут и во время этого, во время выходных. И с премкой. Не, премки нету до сих пор. Это все равно там много очень. Кстати, слышишь, Влад, а чё Сергеевич нахуй? Ну, его ж, по-моему, не Данил Сергеевич зовут. Данила, Данила. Не, ну это кто? Эспента? Да. А, ну, не Сергеевич же. Ну, или Андреевич, блядь, или кто он там, я не помню. Я помню, что мы в ГИСе по ночам сидели, блядь, стебались. Он сегодня писал, он говорит, типа, тебя нахуй, типа, без заявок возьму, а других, типа, для заявки не нахуй. Ну, типа, обратно, блядь. Ну, и хуй его знает. Мы давайте тоже на ФК, блядь, как-то стримим. Закачайте профу, нахуй, там, подобное, блядь. А то, блядь, расслабились, нахуй. Булки, сука, свои, нахуй. Да они не сделают ФК. Ульды они не сделают ФК. Ну, хуй его знает. Там говорят, что есть какой-то типок, короче, который, блядь, ульду вообще, нахуй, там, ну, задроченный, пиздец. Ну, если к ним чисто случайно не заглянул Энейра, то там нету такого типа. Арак, Арак. Не, это не он. Или блядь, он... Арак там тоже, блядь, поклонник ульты, пиздец. Изи сейчас, нахуй, гильда Гамбита слились вообще, нахуй. Сервака, блядь. Они там по гильдам разбрелись, ну, кто остался на X4, блядь. Когда мы ФК делали. Они как вообще сделали РО, нахуй? В том плане, эти гильды... Нас вообще догонял, по-моему, Этернал, нахуй, Асгарда, блядь. Но мы в приори были на одного босса, блядь. Ну и все, нахуй. Смысл просто из-за ФК гильфа делать? Для ФК шли, блядь. Ну, как бы хотели, блядь. А, ну, блядь, Этернал нахуй не ливнул, это Асгарда, блядь, можно сказать. Больше мейн состава. Вообще, эти ФК вообще ничего не значат сейчас. Не, ну почему? Смысл, вот, Рески. Ой, этого, Рески. Я сделал 10 ФК Рес, и что? Это... Дадут, допустим, столько, 100 тысяч России, да, допустим, блядь, дадут, нахуй, за ФК, блядь, ульды, нахуй, 25. Вот раздербань, нахуй, допустим, на 25, который ты закрыл ФК, блядь, на 25 человек сотку. Нормально, чего? Туза, ну того, блядь, не стоит, ты чё, нахуй? Блядь, ну интересно, нахуй, в том плане, понимаешь, интерес, блядь. Ну, а когда, блядь, ну, знаешь, рейд закрываешь, нахуй, 3 щита, там, блядь, тоже ебалово, нахуй. Этот, Никит, чё ты там с модемом поговорил? Да, там поговорил, там пообщался. Ну, а пробовать когда будешь? А хуй не знает, но надо зайти, посмотри, что там. Так попробуем. Хули мы стоим, что, блядь, у нас собрали? Вообще, по-моему, трэш почистит. Что, готово уже, вот, заходите или что? Ну, у нас 3 слота осталось, в принципе, я же говорю, у нас вот 2 человека на замене. Вот в Даларан, блядь, кто-то может подойти? Просто, кстати, посмотреть, вот, кто вдали. Что-то дерьмо, да? Смотри, вот, допустим, идем, получается, ну, на ноты, да? Ну. А, там трэш эти слизни. В 25-ке я могу нахуй их дамажить, а в 10-ке нихуя. Сопротивление. Это их фиксы, блядь. Они просто ебанулись немножко и не понимают. То есть я их не могу бить. Тупо не. Я понимаю. Этот, Олимпус, посмотри, пожалуйста, мага, просто модем.
постмодерн. Осмотри его, пожалуйста. Там есть чарки, камни, что-нибудь. Просто если есть, то его можно брать. Есть еще какой-то партизон. Партизон. Блять, поменяю себе ник нахуй, блядь, через неделю. Чисто доза сделаю. Пизду. Кого сделаешь? Чисто ник поменяю. Ну, доза просто. Ну, я уже забил его, то есть, как бы у меня есть, ну, твинт там, блядь, второго или третьего. Чисто надо было как-то рюмка, сотка, стопка, что-то такое. Ай, ты пизду, блядь, шала. Ты лучше вон нахуй это, блядь, покричи в ЛФГ нахуй, типа, блядь, это, скуплю, блядь, поврежденку нахуй, типа, блядь, в любом количестве, в любом этом. Так я его рыжу, ёптать, постоянно. Ну, я, давай... БК в смысле зеленые? Нет, я говорю в том плане, типа, поврежденку. Да не, они тебе... Олимпус, а линкани любую шмотку, где камни есть? А что там, уже начал доебываться до ребят, нахуй, или что, поэтому по гиру? Да просто ну, без КД человек. Чтобы хотя бы что там было. Не знаешь, как он одет, видишь. Не, можно взять, в принципе. Если хотя бы хоть какие-то, блядь, камни есть у него. То, что чарки, блядь, даже не может на плюс 8 сделать, это, конечно, беда. Блядь, армейский нож, нахуй, взялся. Надо кому гномский армейский нож? Давай, блядь, в сумме давай. Почта у нас сделалась. Ага, камни фул, да. Ну ладно, хуй с ним, можно взять, попробовать, посмотреть на него. Так, итого у нас два слота, блядь. Кто у нас есть в гильдии, блядь? Кто бегать умеет? Сейчас такой босс веселый, пиздец. Да, сейчас на Хейгене будет весело. Учитывая, что нету у нас, блядь, ни ваза, нахуй. Ни Юю, блядь, никого нету. Ну, типа, если вы собрали... Слышишь, Влад, если вы собрались, типа, ну, типа, на фу закрыть, то, мне кажется, холипау надо поискать, нет? Да, у нас один холипау, это панацея, которого кикнули с гильдии, по-моему, я понимаю, да? Да вообще похуй, кто там, блядь, в УФГ этих холипау, блядь, хули да, жопу. Слава, а что ты его кикнул? Кто его кикнул? Он хочет по роллу вводить. Игрок. Стопните, игрок, мы на том КД закрывали там без холипава. В 4 хила без холипава у нас было 2 эршама, эрдру и ДЦ. 4 хила. Тут они вывезли. Да, 4 кристалла вывезли. Ну а ты сейчас видел, какие, ну, типа, хилы там посмотрел, нет? И как это мы были без на прошлом КД без холипава? Если у нас был этот, как он? Дюпер, как-то что. А, дюпонатор был разве? Да. Он танков подымал, блядь, а я подымал рид со вторым шаманом, блядь. А друид там хотал нах. Ну, Даркана опять в этого в хила забрасывал. Ну, если что, забросим. Подожди, сейчас я ЛФГ поспану. Так, на 25, 2 квартала закрыто. Нет. Пал. И ДК 205 плюс. Не, 205 жирно, 203 плюс. Я себе, мне кто-то стан тут дал, блядь. Ух, ебать, ребята, вам пизда, нахуй. Че, выходить? Да нет, тут кто-то дал мне стан и сделал сабас. Загрузка идет. Тебя там не отпиздили еще? Не, я же говорю, они просто сразу сделали сабас. А, ну
это типа пизданул и ушел в портал, да? Да, 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 да. Дал стан и давай, блядь, текать. Слав, помогай, спам тоже, ёпта. Твой же рейд. Блять, я РДД написал. Да, похуй. Тут лишь бы кто-то уже набрался. Ой, нихуя, толпа вышла. Вот вам дети хули палмы. Сука, напугали, у меня аж перс прыгнул с платформы. Ох, вот ёбаный этот хан, блять, вонючка, сука, попытался на меня напасть, нахуй сдох все равно. Еще и вара забрал вместе с ним. Войд, трансмут КД? Сейчас гляну. Нет, без КД. Окей. Да меня отпиздили тут, возле камня. Да заходите внутрь, пошлите, блядь, трэш чистить, алёна. Как же ложков душить? Заебись ты придумал. Хан доебался, хан ты умер. Там хоть ключи. Там прист где-то прятался, я его так и не нашел. Линканите дискорд. Кто с компа сидит, линканите дискорд. В рейд-чат. Спасибо. Сука, еще хилит нам друг дайте не дает. Алло, Фьюдж, давай заходи в инсту.
Я, блядь, прилетел, КД принял, нахуй. Давайте, заходим. Сейчас попробую долететь еще раз. Вот там прист вонючий, бля, вместе с Павлом Варом зайти не дают. Так, Диз холика сделал, да? Да. Слушай, ну хорошо прям. Хоть и на трэш, но уже прям хорошо, приятно. Окей, окей, холик. И идеи покурей, надо. Постмодерн здесь, а? Хорошо. Шею нити только те, кто оденут. Посмотрите, она как бы персональная. Это не боешка, господа. Только те, блядь, кто оденет ее на 213. С духом. Дух крит, господа. А он линканул, у меня такая, наверное, другая. Да он другой линканул. Вон линканули. Я же сказал, что хуйня. Посумоньте тех, кто не здесь. Да не даст тебе Сильвана. Ризван. Хотя пойди ты нежить. А, тогда можно даст. А у дисциплиста есть же ШПшник? Да, есть. Но... Да пусть в холике пока побудет, я пока не уверен в этом составе. Я к тому, что тут три танка. Ну, а у тебя с собой все? Тебе не надо лететь там в Даларан, меня? Да, да, с собой себе. А, ну спекнись на этого босса, точно в ШП спекнись. Заходить? Куда? Ну, вверху. А, Денис, у тебя на СПД есть рецепт камня делать? Чё сразу? Маг включить. Ну или может у кого-то есть его? Ну я просто сразу нажимаю моментально. А, у Шакита есть, ладно. А теперь красные камни у кого-то есть с собой? У меня есть. Сколько? Один. Сейчас одену шмотки, посчитаю. Приветочка, заходи. В игру уже пора. Двадцать секунд. Давай. Пара-пара-пам, пара-пара-пам, пара-пара-пам. Чё, сколько они закрыли-то в итоге? Три босса. Тадиус, Латхип и Хейган. А. Чё доза-то? А есть у кого квест на випик? Квест есть, но нот уже сдохший. Он десятку сделаешь. Ай, блин. У нас, сука, как бы не сдохнуто. Вой, ты вот вместо того, чтобы рейд писать, ты лучше помоги мне, блять, одно тело отобрать, и мы стартанем. Да, давай, волчат, дискорд, на нахуй. Молодец, блядь. Сука.
все, блядь, не как у людей, нахуй. Ебать. Еще как-то прилетают. Сейчас, блядь, залетает толпа, нахуй. 10, блядь, 15 человек. Олимпос, Олимпос, ты слышишь меня сейчас? Ливай свои гильдии, давай в нашу. А контракт, в смысле? Проси деньги, Олимпос. Да никаких денег. Чё как лох? Закроешь? Да не, пуху я тебе не обещаю. Когда-нибудь по-любому заберешь. А на данный момент ты это... Давай. Присоединяйся и будешь ходить закрывать. А ты про какую пуху, Миша? Так, кого там еще можно переманить? Игрок. Нахуй ты в ВК-пах сидишь? Хули там ловить? Возьми его на понт, в смысле? Он в пати. Игрок. Прист. Как в вейкапах? Хорошо? Мак. Не, нам такой маг не нужен. Сразу напиши, Элем, что он слабый. Элем 205. Сейчас будет. Во, бери Элема, нахуй. Заебись. Просто заебись. Так, сейчас да я подумаю, кого тогда. Давай тогда сделаем. Вот так. Вот так. Вот, и что-то более-менее будет. Поставь еще раз шкаф кто-нибудь. Или Блэкдарк, или Бельт. Так, шею не понимаю. 213. Шаман. Вторую пачку. Да-да-да, сейчас шаманов распределю, я забыл про это. Так. Вот так. И название сокета в голову Эрдру скажите, пожалуйста. Алмаз какой-то там. Доза, чё там? Ну, если что, метки пропадут там, блядь. Чтоб... А, окей. Вообще заебись, спасибо. Этот, чё ещё хотел? Хуй его знает. Линкани дис этому Дейси, пусть заходит. Только не в глобал. Да, да. Желательно в рейчат. А то знаю я тебя. Покидает. И все, и Дейси сразу покидает группу. А ты ему написал, что КД... По КД. Ну я писал, конечно, у меня там написано, что убито. ФДК 202 сойдет. Давай ему дискорд. Стонер забей, мы его закрываем, блядь, по КД. Просто у нас, блядь, на этом КД решили разделить на 2.25, в итоге постоянный геймер. Линканите ему еще раз дискорд. Умрет на перебежке, но кто-то Филипп Киркоров. Доз, ты же берешь. Не, я бегать умею. На дозу метку ставьте, он поведет. Пизда. Бегает нахуй. Люди уже крестятся, блядь. Пускай бегает нахуй, ёпта. Так. Нет, орел где бегает. РЧ на присутствие.
А, поставь, пожалуйста, рыбку, Саша. Все тут. Скажи. ФДК в 10. Напишите Discord, блядь, еще раз. Вон этот. Спасибо. А, статики десятки, ну, по крайней мере, один точно есть, это мой. По палам, Стонер, раздавай, пожалуйста, кресты на абсолютно. Твоя задача только кресты. Тагариус, Прота, Пан, Каски, Олимпост, Лоти. Блять, отсыпьте ему регов. Паладин. Я уже Мляку включил. Крейдом надо готовиться, Стонер, на будущее. Всегда у тебя с собой должно быть порядка хотя бы 300 знак. Ну, по крайней мере, я так всегда делал, у меня нормально. Они у меня не заканчивались. Ну, все, дозы пришел, он хуяк джек поставит. Все, рыбку поели, фласочки, ребят.